подозревая, что именно активный образ жизни, который они ведут, помогает им в выполнении всех этих технически сложных элементов. Вы посмотрите, сколько в этом танце движений бедрами, взмахиваний рук, сколько перетоптышей на месте. Именно так называются эти элементы. И все это выглядит вполне органично и классно в исполнении Flow Mamas. Барышни ринулись в танец, не щадя себя. Смотрите, как будто бы виртуально перекладывает с полочки на полочку что-то барышня в розовом костюме. И таким образом передает эстафету своей партнерше в желтой маечке. И что же мы видим? Барышня в желтом как бы призывает толпу принять участие в этом танце. Она зовет их на сцену. Но мы не можем допустить такого. Нас интересует исключительно Flow Mamas в рамках битвы за респект. Я передаю слово, опять-таки, резиденту Comedy Club Гавру. Девочки молодцы, я примерно так же танцую. Просто классно, очень хорошо. Но вот вы все-таки на сцене, больше артистизма. Побольше огонька в глазах, что называется. Ваня. Танцуйте хаос, да, но помимо хаоса можно еще танцевать и разные, да, стили. И улыбайтесь, шевелите попками, девочки. Позволю себе задать вам один вопрос. В силу того, что битва за респект проходит под эгидой здорового образа жизни, мы всячески стараемся к этому призывать молодежь. Скажите мне, насколько здоровый образ жизни — это то словосочетание, которое применимо к образу жизни вашему? О, мы встаем рано утром, 8 часов пробежка, 9 часов пресс, 10 часов ножки. Чудесно, спасибо. Есть еще члены жюри, которые не высказали свое мнение. Интересно их безусловно послушать. Есть, и мы начнем с Рамона. Да. Эти девушки знают, что они танцуют. Они танцуют хаос, они танцуют его качественно. Да, единственное, конечно, немножко залипали в пол, а так очень круто. По мне так было маленькое несоответствие музыке. Увидимся с вами на следующей неделе. Спасибо, пока. Это были Flow Mamas из Санкт-Петербурга. Привет, привет, девчонки. Итак, у нас Lil Mamas, Санкт-Петербург. Фло, ой, простите, пожалуйста, ты такая маленькая, я назвал тебя Lil Mamas. А это, оказывается, Flow Mamas. Простите, а Flow — это ты, значит, Flow Mamas. Раз, первый вопрос, значит, долго ли ты тренировалась, чтобы попасть к нам? К вам. Нет, я вообще не тренировалась, я просто позвонила нужным людям и сказала: алло, детка, ну что там, как? Да, это Flow Mamas, мы должны просто пройти и, ну... Хорошо, я понял, и ты прошла. Как вам в целом, вот здесь все, вот атмосфера, я гляжу, вы такие позитивные, ну-ка, как вам в целом, давай? Отлично, замечательно, все такое яркое. Все яркое, привлекательное и сексуальное, я понял. Ну, скажите, вот вы тут у нас здоровый образ жизни, вы за здоровый образ жизни? Мы за здоровый образ жизни. А ты за здоровый образ рэпа? Да. А ты за здоровый? Что, ты не за здоровый? Она не за здоровый, она просто к нам пришла. Окей. Итак, вот как вы вот сейчас вот в целом вам конкуренты ваши, как вы их оцениваете? Ну, они есть. То есть они есть, но они не сильные. Да, но они так присутствуют на сцене. Да, ну давайте тогда что-нибудь вот от Flow Mamas, вот мы прям конкурентам что-нибудь закинем туда, вот прям скажем, держитесь. Ух, держитесь! Давайте на 3-4 конкурентов. Ух, держитесь! Друзья, на этом на сегодня у нас все. Мы продолжим знакомить вас с рэперами, райтерами и танцорами завтра в это же время, на этом же месте, в битве за респект. Напоминаю вам, что мы здесь для того, чтобы доказать вам, что здоровый образ жизни — это круто. Увидимся завтра. Пойду отожмусь. Пока!